Намасте, здравия, дорогие друзья! С вами Ярослав Мудро-Воронцов, Академия семейных отношений Веда-Дом и Green Mind Life Training Center. Это видео сейчас снимаю для вас уже третий раз, пытаюсь его снять. Что-то у меня отключался телефон. Сейчас запись пошла. В свете приближающегося семинара, фестиваля Art Practic, который пройдет в городе Киев 18-19 ноября, я хочу вам рассказать о том, что будет хорошего в этом, на этом фестивале. Прежде всего, для тех, кто не знает, что такое арт-практика, что такое арт-терапия, это инструменты, которые помогают нам находить решения для саморазвития, для самонаполнения, избавления от разных какашек, которые мы накопили в своей жизни. Инструменты в арт-терапии, которые входят, это рисование, это песок, это глина, работа с этими инструментами, с красками, с глиной, песком, тканями, плетением мандал. Это также музотерапия, это танцетерапия, это многие-многие другие инструменты, которых я еще вам не назвал, но идея какая, что все эти инструменты помогают развить себе что-то то новое, чего вы не могли развить при помощи других инструментов, обычной психологии. Сегодня же арт-практик расширяется, и в него входят не только те инструменты, которые перечислены ранее, а также инструменты духовной терапии, психологии. И в частности, я приглашаю вас на свой мастер-класс, который пройдет 19 ноября в 14 часов. И тема мастер-класса, который я проведу, это секс, деньги, любовь и боль. Или как жить в гармонии и финансовом достатке в наше время в семейных отношениях. На этом мастер-классе я раскрою вам тему, помогу вам посмотреть на слона с другой стороны, на вопросы отношений, гармоничных отношений в семье, в бизнесе, обществе и духовности, и как настроить свою жизнь в семье более гармонично. Ну, а те, кто еще не в семье, кто еще не в паре, у вас будет понимание, как это делать, когда у вас семья будет, чтобы подготовиться к... Также на этом фестивале будет очень много других мастеров, которые также раскрывают темы отношений. В общем, друзья, заходите на Facebook, смотрите достаточно информации о том, что будет на фестивале, какие будут практики. Я верю, что найдете себе что-то по вкусу. Очень много хороших мастеров, очень много хороших практик. Вы будете довольны. Два дня, 18-19 ноября, город Киев. Полные два дня. Фестиваль Art Practic, с которого вы вынесете что-то новое для себя. И я верю, что каждый найдет себе инструмент, который поможет ему, ну, по крайней мере, хотя бы стать осознанным. Хотя инструменты, которые там даются, они также помогают и очиститься, скажем так, почиститься, сделать тюнап, настроиться. И скажу вам, что в прошлом году, когда я просто познакомился, первый раз познакомился в арт-практике, что это такое, арт-терапия, я был на курсе тренинг тренеров с Еленой Тараниной. Это были прекрасные 10 дней тренинга, где мы изучали, как быть тренером в арт-терапии. И скажу, что там имел прекрасную возможность познакомиться, что такое арт-терапия. И после этого тренинга я сегодня советую многим своим клиентам, девушкам, изучать арт-терапию. Потому что арт-терапия – это то, что арт-инструменты, скажем так даже, да, это, прежде всего, это женские инструменты. Это инструменты, связанные с чувством, с искусствами, женской стихией, которые каждая женщина, я считаю, должна знать. Когда вы владеете этими инструментами, ваша жизнь будет более полноценная,
более гармонично, и вы будете иметь широкие возможности инструментов, которые помогут вам использовать свои женские качества в семье, бизнесе, обществе и духовности. И вот как это все использовать, и вы можете также узнать на этом фестивале арт-практик. Ну и, конечно же, на моем мастер-классе, если вы не найдете свободное место или интересное место других тренировок, можете прийти на мой мастер-класс, который будет, я сказал, 19 ноября в 14:00. А вот, пожалуй, все, что я хотел вам сказать. Друзья, приходите, вы будете уверены, что найдете для себя что-то полезное. Приводите с собой, приносите своих друзей, своих детей, кого угодно. Это будет хорошая, прекрасная атмосфера по опыту предыдущих фестивалей, которые связаны с арт-терапией, с арт-практикой под эгидой Федерации арт-практик или арт-терапия, которую возглавляет Елена Таравина. Я скажу вам, что это всегда праздник, это всегда что-то хорошее, новое, что люди выносят с этого фестиваля, с этого общения. С вами был Ярослав Мудр-Воронцов, Академия семейных отношений Ведадум и Green Mind Life, тренинг-центр. Мы живем на яркой стороне. А где живешь ты? Намасте.